Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня, ребятки, мы, как обычно, строим дом. Но дом у нас сегодня непростой, ребята, очень необычный, в стиле постмодерна. Очень классный домик, я сам составил эскизы этого дома, пока внутри я его не обделывал, поэтому вместе с вами сегодня будем делать интерьер внутри. Снаружи я уже придумал такой, как бы, если так можно выразиться, скелет, то есть я понимаю в голове, как будет выглядеть этот дом снаружи примерно, опять же. Давайте порисуем. Дом будет очень необычный, он будет состоять из трех частей, если можно так выразиться, из трех даже этажей, поэтому давайте приступим. Во-первых, нам понадобятся три разных цвета бетона. Вводим в поиске бетон и давайте, например, выберем, я не знаю, пускай это будет голубой. Какие-нибудь такие яркие цвета, пускай это будет лаймовый цвет. И давайте, пускай это будет, наверное, желтый, либо оранжевый цвет. Вот, три цвета, которые я выбрал. Любые, на ваш вкус. Окей, теперь, ребят, давайте выберем место входа в наш дом. Вот я выбрал такое вот местечко на озере, небольшой островок такой. И вот давайте здесь, например, сделаем вход. Пускай вход у нас будет вот где-то вот тут. Например, вот начнем отсюда. То есть, да, где-то вот так вот, наверное, даже вот так. Теперь, ребят, ставим 8 на 8 рамку. Показываю, как делается рамка. Ставим сюда 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нижняя часть рамки. Затем вверх 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут все соединяем. То есть 8 на 8 у вас должна получиться рамка. Вот это вот я называю рамкой. Вот, смотрите, квадрат 8 на 8. Отлично. Теперь давайте, ребят, смотрите, как мы сделаем. Дальше у нас идет следующий цвет. Лаймовый бетон давайте возьмем, к примеру. Срубаем здесь уголок, знаете как. У нас, соответственно, здесь будет... Отступаем здесь три блока, третий ломаем. Ставим сюда лаймовый бетон. Опускаем вниз на два блока. Так, даже, наверное, знаете как... Даже, наверное, давайте... Так, ну-ка. Сейчас я сориентируюсь. Ну, можно, в принципе, не, давайте все-таки вот, наверное, как-то вот так. То есть на четвертом блоке, ребят, опускаем на три блока вниз. И затем вот это вот все ломаем. То есть вот такая вот у нас должна получиться. Так, ну-ка. Ага. Так. Ну вот, в принципе, так, давайте немножко солнышко уберем повыше. Во. Вот, видите, у нас такой получился уголок, то есть 3 на 4 блока. Теперь продолжаем это все дело, опять же, рамку 8 на 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вверх опять 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут все соединяем, соответственно. И вы сейчас должны понять примерно, как у нас будет выглядеть дом. Вот, например, вот два блока. Помните, я говорил в самом начале ролика про блоки, либо про этажи. Вот это уже два блока готовы. Теперь... Давайте, например, так, тут 4 у нас блока. Я вам предлагаю сделать, наверное, 3. 3, то есть от центра рассчитываем 3 блока, опять ломаем. Сюда заводим 1, 2, 3. 1, 2, 3. Опять здесь делаем уголок, то уже 3 на 3, к примеру, да? 3, так, да. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Так, ну-ка давайте пересчитаем. 4, 5, 6, 7, 8. Да, тут 3, 4, 5, 6, 7, 8. Видите, ребят, совсем необычный дом. Я такие на канале никогда не строил, поэтому за это, если вам нравится, сразу ставьте лайки. Вот, получилось 3 блока, 3 наших этажа нашего необычного дома. Так, все, в принципе, эти блоки нам уже не понадобятся, то есть это лицевая часть, тут у нас будет вход. Эти блоки мы, в принципе, можем убрать. Затем у нас идет основной блок, это кварц. Это у нас идет кварц. Кварцевые ступеньки и кварцевая плита. Теперь делаем скелет нашего дома. Что я называю скелетом, смотрите. Вот наша идет первая рамка. Ее нужно обделать также 8 на 8. То есть сделать квадратный дом, но только, то есть рамками 8 на 8. Также 8 в длину, 8 в ширину и 8 в высоту. Вот смотрите, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, давайте, тут, в принципе, так вот уже мы отсчитали все. И вот это все соединяем. То есть такой, как бы, делаем такие вот коробки. 3, 4, 5. Так,
Сейчас, подождите, вот так вот я сделаю проще, чтобы не мучиться. Здесь подниму. Так, и для каждой рамки нам нужно поднять, точнее не поднять, а вот сделать вот такие вот коробки. То есть, чтобы понимать разделение. Так, ну здесь, в принципе, так. Но пока оставим, давайте так. Потом, если что, подкорректируем от каждой. 2, 3, 4, 5, 6. Так, стоп, запутался. Видите, я тороплюсь и волнуюсь немного, потому что это очень реально такое, очень сложный, да даже не то, что сложный, а трудность в том, что он для меня необычный. 4, 5, 6, 7, 8. Так, тут соединяем. Я думаю, для всех этот дом будет необычный. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поэтому этот дом, я считаю, прям заслуживает жирный лайк, без сомнений. Так, давайте здесь помогательный блок. А, так, ну здесь... Здесь, в принципе, смотрите, как получается, как я уже понял, здесь рамка у нас, то есть вот эта вот обрезная часть, если так можно выразиться, нам она здесь не понадобится. Поэтому мы ее так вот уберем. Так. Отлично. Ну и вот пока, наверное, как-то вот так вот оставим. Да, пускай будет вот так. Затем. Так. Так, лишнее. Так. Так. Угу. А, ну-ка. Давайте-ка. Вроде пока верно иду. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут опять же 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Думаю, никаких, ребята, у вас трудностей не возникнет при постройке этого дома. Тем более, я вроде как неплохо так объясняю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И стараюсь более-менее не торопиться, чтобы вам было понятно, что я делаю. Так, давайте я вот сейчас доделаю здесь и отличу, покажу, что у нас получается. Так, вот здесь вот я немножко сомневаюсь. Сейчас я пойму стратегию, по которой я действовал. Так. Угу, вот здесь у нас неправильно получается. Здесь мы делаем вот так, что ли, вроде бы. Так, вот так. Здесь соединяем. То есть повторяю я вроде бы как. Так, тут повторил. Блин, ну это трудно. Вроде бы все верно. Угу. Так, вроде хорошо. Давайте вот я вам покажу, как все это выглядит теперь. Видите, такие получилось три таких квадратика. Вот теперь мы там будем, ребята, жить. Сейчас мы это все застроим. Это уже, мне кажется, выглядит очень необычно и прям вообще капец как нестандартно для меня. Мне очень понравился этот дом. А теперь предлагаю его обделать. Например, давайте начнем, наверное, с лицевой части. Предлагаю просто все закидать стеклом. А, точнее, даже не стеклом, а стеклянными панелями. Давайте возьмем в цвет наших рамок. То есть возьмем, например, голубое, затем лаймовое. И какое у нас там оранжевое, да? Да. Вот так, я думаю, тоже будет прикольно сочетаться. Либо, если хотите, можете на свое усмотрение сделать, например, везде одинаковое, например, везде белое поставить, либо как вы хотите. Но я советую ставить все-таки стеклянные панели, а не стекло просто. Потому что стеклянные панели, как вы знаете, уже придают объем нашему дому. Так, пока вот закидываем наши лицевые части, где у нас будет вход. Блин, классно, такой вообще необычный дом. Радужный такой, прикольный. Так, соединяем везде. Прям везде, не стесняясь, накидываем. И, ребят, если что, вот эти вот, получается, три наших сектора или три наших куба можно еще поделить на два. То есть сделать, например, не три этажа, а сделать шесть этажей. То есть каждый сектор, если поделить напополам. Потому что у нас высота каждого сектора составляет 8 блоков, ребята. Это... Прям без проблем мы на два этажа можем поделить с комфортом. То есть у нас будет нормальный потолок. То есть это не по два, не два по два блока там. Точнее, не два по два, а не два высоту блок. То есть с комфортом достаточно можно сделать. Может быть, мы даже это сегодня и сделаем. Посмотрим. Думаю, ролик у нас сегодня будет долгий. Так, во. Смотрите, какая красота у нас уже получилась. Вообще круто. Вот так вот у нас он будет выглядеть спереди. Отлично. Так, давайте, например, дверь пока не будем делать, давайте приступим, наверное, к боковым стенкам. Их нужно как-то тоже сделать красиво. Давайте, знаете, не к боковым, а к задним. Приступим к задним стенкам.
Например, предлагаю, знаете что, ребят, можно сделать из кварцевых плит, например, так. Здесь у нас будет, получается, пол. Как-то можно, например, поделить вот как-то вот таким вот образом накидать здесь. То есть у нас будут такие мини-мини-мини окошки во всю длину. То есть такой летний вариант дома. Правда, таких домов, наверное, нет. Летний дом не может быть, я думаю. Так. Ну-ка, и давайте со стороны посмотрим, как это вообще нормально, нет, выглядит. Так. Ну, в принципе, ребят, неплохо, мне кажется, достаточно неплохо. Ну, окей, вроде хорошо. Почему бы и нет? Тут, ну, и тут еще можно, в принципе, вырезать какое-то окно. Возможно, да? Окей. Предлагаю сделать, в принципе, всю заднюю стенку вот таким вот образом. Только мне здесь немножко не нравится, что у нас вот здесь получилась плита. Давайте начнем снизу, закидываем плитами. Вот так вот, я думаю, будет. То есть на каждый блок, вот здесь вот видите, блоки, ставим снизу. То есть можно поставить же плиту снизу, либо сверху. Мы ставим снизу. Так. Отлично. Здесь соединяем. Здесь соединяем. Так, вот это, кстати, вообще классно получается. Прям мне прям вообще опять нравится. Отлично. Так. Хорошо. Все. Тут закидали. Давайте здесь я предлагаю немножко переделать. Сейчас быстренько я все это сломаю дело. И переставлю, как вот я начал снизу. То есть, видите, здесь у нас получилось большое ребро сверху, а мы поставим его снизу. То есть на нижний блок, ребят, не забываем. На нижний блок каждого этажа. Так. Такие вот у нас получаются окошки. Отлично. Все. Сделали. Готово. Смотрите, ребят. Прикольно. Но здесь, мне кажется, не хватает каких-то окон, да? Согласитесь? Например, здесь можно поставить, опять же, стеклянные панели. Только здесь давайте уже поставим не в цвет, а поставим стеклянную панель, например, либо стекло. Давайте сразу возьмем, я подумаю сейчас, либо стеклянную панель, но белого цвета. Смотрите, как можно сделать. Так. Опять же, тут исходим из того, будет ли у нас сектора двухэтажными, либо одноэтажными. Я предлагаю вам сегодня сделать, наверное, одноэтажными. Но. С одним но. Если наберется какое-то количество лайков, я даже не знаю, какое называть. Просто я, если я увижу огромную поддержку и увижу, что вы захотите, чтобы я на каждом секторе сделал два этажа, то есть у нас будет всего дом не три этажа, а шесть. То есть я поделю вот эту коробку напополам, и так все три коробки. И покажу, как можно это еще обыграть. Просто ставьте лайк, я увижу, если я увижу много лайков, я без проблем это все сделаю. Окей, а пока что я буду делать три этажа. Так, давайте теперь смотреть тут. Вот я думаю, в каких местах лучше поставить нам окна. Это я даже не знаю. Так, либо вот в этих, возможно, секторах. Ну-ка, давайте попробуем, как это будет выглядеть. Так, ну-ка, если вот так. Так, ну, ребят, в принципе. Ну-ка, если вот здесь вот так вот подпереть. А здесь вот так подпереть. Прикольно, мне кажется. Давайте тут также сделаем. Ну-ка. Закидаем опять. Ну-ка, если блоками закидывать. Посмотрим, как будет смотреться. Ну, не, думаю, все-таки панельками будет покруче смотреться. Поэтому давайте все-таки панельками. Тут, видите, уже другая у нас. То есть у нас разные, видите, длины, ширина, разная длина, ширина. То есть у нас не должно быть совпадений. Так, здесь, например. Либо можно вот, например, вот так вот оставить. Либо, видите, как я здесь обыграл. Но я думаю, что вот это вот больше, как пожирнее так выделить. Во. Вот так. Прикольно, мне кажется, ребят, получается. Как вы думаете, пишите в комментариях. Так. Ну и, например, вот здесь. Тут у нас целиковый куб. Тут, например, можно сделать как. Я даже не знаю. Сверху, либо снизу как-то может делать посередине, почему бы и нет. Ну-ка, если делать посередине, например, вот так вот в три блока. Ну-ка, давайте посмотрим. Ой, не то я использую. Так, здесь вот стекла. А, здесь они не встают. А, ну если вот так, смотрите, подпираем.
А, но здесь они не соединятся, да? Беда, беда, беда. А, хотя, если обыграть вот так. О, ну-ка. Давайте посмотрим, как будет выглядеть. И давайте, наверное, еще вот так. Кстати, знаете, как я вот только сейчас на ходу придумал? Я придумал, как это можно обыграть. Просто поднимем на один блок наверх. Так, здесь ставим, получается, вот так. То есть, чтобы здесь у нас была дырка, и вот тут у нас была дырка. Так. Так, нет, стоп. Здесь вот таким вот образом. Здесь вот так. И здесь. Так, стоп. А, ну да, все верно. Тут вот так. Сейчас я вам со стороны покажу, просто я сам делаю. Во. Вот что-нибудь такое, в принципе, можно здесь обыграть как-то так. Ну-ка, давайте посмотрим. Вроде неплохо смотрится. Ну, пускай будет так, почему бы нет. Либо можно как-то, например, обыграть тут. Чисто сделать так вот ячейками, например. Ну, хотя нет, давайте оставим вот как есть. Вот так, пускай будет такое вот окошко необычное. Там, во, все, пускай так. Окей. А, все, в принципе, задними стенками мы закончили. Такие вот необычные у нас получились стены. Отлично. Мне нравится. Да. Окей. Давайте перейдем к боковым теперь стенкам, наружным боковым стенкам. Предлагаю, например, здесь сделать. Тут также, я думаю, с какой стороны можно сделать, повторить вот этот весь силуэт. К примеру, так. Либо с этой, либо с той стороны. Наверное, все-таки. Да, в принципе, без разницы. Давайте, пускай будет с этой у нас стороны все вот то же самое, что и с той. Точнее, что и с задней. Вот как-то вот так. Но тут уже сделаем без окон. То есть чисто вот такие вот полоски. Там мы добавляли окна. Тут чисто сделаем вот так. Отлично. Прикольный такой стильный домик получается. Так. Так, я слышу каких-то мобов. Это, походу, внизу пещеры. Только сейчас, кстати, услышал. Странно. Тут у нас никого нет. Нет. Так. Угу. Так, тут у нас будет пол. Так, так, все что ли? А, вот еще здесь. Вот такой вот у нас сегодня вообще прям необычный домик. Так. Закидываем все вот эти вот грани. Этой стороны. Только с этой стороны, с другой. То есть, как бы, если смотреть спереди, то с правой стороны вот такие вот у нас ребристые поверхности получаются. Так, в принципе, все. Так, да, все. И вот теперь у нас стала вот эта сторона. Вот с этой стороны можно либо обыграть, ну хотя нет, все стеклом, наверное, будет неинтересно, потому что у нас уже спереди стекла, да. Давайте обыграем, знаете, чем? Давайте ступеньками как-то обыграем. Например, как можно все это сделать? Давайте, ну вот, давайте чисто экспериментировать прям с вами. Предлагаю вот, например, либо вот так. Первый слой показываем. Либо как-то чисто вот так. Сейчас я сам для себя даже выберу. Ну, соответственно, это я повторять не буду. Тут вот так вот пойдет. Тут то же самое, что и это. Просто наоборот. Что еще можно придумать? Так. Блин, что-то даже в голову больше ничего не лезет. Как еще можно ступеньки расположить? Если так. Кстати. Кстати, почему бы и нет? Тоже прикольно. Давайте так сделаем. Давайте, мне понравилось, прикольно. Такие вот у нас будут маленькие. Так, ну-ка. Если делать кверх ногами. Ну, тут то же самое, да, получается. Давайте вот так вот просто все закидаем тогда. И посмотрим, что у нас из этого выйдет. Прикольно я придумал, конечно. Это еще придаст необычности этому дому. Везде в таких каких-то дырочках, окошках, каких-то квадратиках, полосках, стихами, видите? Заговорил уже. О, вообще прикольно, ребят, получилось. Я даже не ожидал. Классно я придумал. Окей. Так, ну тут, в принципе, то же самое. Можно, в принципе, только поменять сторону. Например, мы ставили вот так. Поставим вот так. Особо, конечно, разницы нет. Но так чисто, как говорится, что было. Так. Так, аккуратно, не торопимся, ребят.
Все делаем не спеша, иначе, когда мы торопимся, у нас плохо начинает получаться. А это нам не нравится, правильно? Правильно. Все. Ну-ка, давайте посмотрим со стороны, как это выглядит. Прикольно, видите, так у нас все как-то неровно. Ну, то есть, с хорошей стороны, конечно говоря. Так. А теперь вот я не пойму, как у нас здесь стенка идет. Окей, давайте пока оставим так. В принципе, вроде бы как все мы стены закрыли. Здесь у нас никаких нет дырок. С этим мы чуть-чуть позже разберемся. Теперь давайте перейдем к нашему полу. Залетаем в наш домик. И давайте начнем с первого этажа. Например, на первом этаже у нас будет... что у нас? Давайте... давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Либо... Смотрите, как можно сделать. Либо ставим, например, шерсть, чтобы каждый раз ковер не накидывать, да? То есть будет выполнять форму ковра вовсю, то есть под цвет каждого блока. Либо, что еще можно предложить, что я могу вам предложить? Какой-то, например, может быть темный цвет, либо, так, черный бетон. Ну-ка, давайте посмотрим, кстати. Так, я не там смотрю. Черный бетон возьмем. Так, и, например, пускай это будет какой-то, ну, либо кварц, либо вот, например, синяя шерсть, либо черный бетон. Ну-ка, давайте вот так вот полосочками накидаем все это дело и посмотрим, как все это будет смотреться. Я думаю, кварц не особо интересно сюда войдет. Ну-ка, так, нам вылететь как надо. Так, ну-ка, со стороны вот так вот. Блин, мне кажется, ребят, все-таки шерсть у нас подойдет прям неплохо. Поэтому давайте использовать шерсть. Но шерсть мы будем использовать, ребята, внимание, под цвет нашего бетона. То есть, опять же, на каждый сектор. Это у нас будет такой ковер. То есть, у нас будет такой мягкий, приятный пол. Давайте возьмем, значит, возьмем шерсть. Возьмем оранжевую шерсть, возьмем голубую шерсть и лаймовую. Отлично, все цвета у нас присутствуют. И это радует. Так, накидаем так вот голубой шерсть. Так, отлично. Такое прикольное, видите, сочетание у нас получается. Так, правильно же, я же использовал голубой. Так, ну-ка, просто немножко различаются цвета. Как бы ничего страшного. Да, да, я по-любому голубой использовал, все. И теперь то же самое накидываем здесь. Накидываем здесь. Только уже зеленую шерсть, это наш пол. Очень такой, видите, необычный и в то же время цветной, пестрый такой. Классно, в общем. Мне прям нравится этот дом. Я бы хотел в таком доме жить в Майнкрафте. Так. Отлично. И закидываем вот последний буквально уровень остался. Отлично. Все. Ребят, готово. Ну-ка давайте посмотрим. Во, вот это вообще классно. Фига. Блин, вообще прикольно я придумал, кстати. Достаточно необычно. Со всех сторон здесь у нас какие-то окошки непонятные, необычные. У нас квадратики. Там у нас полосочки. Вообще класс. То есть можете, видите, играться с домом как хотите. То есть это прям такой необычный дом, чтобы без проблем там можно что-то придумать свое, как-то сделать по-своему. То есть в этом плане это прям интересно. Так, теперь вот это нам пространство нужно, знаете, чем заполнить. Я предлагаю его заполнить травой. Травой для того, чтобы посадить там какие-то цветы. Это будет вообще классно смотреться, я считаю. То есть, смотрите, давайте уберем вот эти ненужные нам блоки. Стекла тоже можно убрать. И так, трава. Трава, да. И нам нужно либо... Ну, хотя нет, почему либо? Я думал, либо так ставить, либо вот так. Нет, конечно же, вот так. То есть накидываем все это дело вот таким вот образом, заполняя все это пространство. Вот, получается, 3 на 1, 2, 3. Ну, тут, в принципе, до конца на 3 блока в ширину, чтобы вам было это все понятно. Угу. Теперь, как это можно обыграть? Так, вот нам со стороны, вот точнее, с этой стороны нам нужно это обыграть. И при условии того, что у нас еще будет... Так, а про крышу-то я забыл. А, ну хотя, крыша, наверное, чуть позже. С этой стороны нам нужно обыграть так, чтобы это... было красиво. Давайте, например, здесь накидаем... Не, давай, блоки скучно. Давайте здесь накидаем как-то вот так. Здесь сделаем как-то кверх ногами. Как-то, наверное... Ну-ка, если... Вот так вот и вот так. Во! Вот так еще круче становится. Вот так вот.
То есть такое, видите, как бы, ну, не знаю, типа окошко закрытое, что ли, получается, рамочка такая. Так, да, ну-ка давайте здесь можно, например, закидать все стеклами. Стекла давайте возьмем белое стекло. Либо, ну да, нет, пускай будет белое все-таки, да, точнее, как она, стеклянная панель, не стекло, а стеклянная панель. И закидаем все вот это вот пространство. Давайте выйдем отсюда. И закидаем вот так вот. Во. Вот такая вот у нас красота. Все. От дома мы отделили, то есть без проблем, видите? У нас здесь нет улицы, ничего. Там у нас будут цветочки сидеть. Так, давайте теперь приступим к посадке цветочков наших. Так, возьмем цветы, давайте прям самые разнообразные. Вот начнем. Давайте вот это вот я уберу пока. Прям самых-самых-самых разных будем сажать. Вот прям по порядочку берем. Так, у нас получается 3 на 6, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 на 6 у нас получается 18, да? То есть, так, тут у нас 10, да, блоков? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть, ну, 2 вот эти вот полоски надо заполнить, да? Давайте это сделаем. Так, давайте вот этих тоже наберем. Одна полоска у нас готова. И вторую полосочку. Я вот про эту говорю полосочку, надо ее еще заполнить. Так, у нас здесь еще ниже цветочки есть подсолнух, сирень, высокая трава. Ну, хотя высокая трава не очень, папоротник, куст. Так, вроде бы все цветы на этом закончились, если я не ошибаюсь. Возможно, что-то забыл, не суть важно, можно, в принципе, повторить какие-то цветочки, ничего в этом нет. А давайте вот папоротник возьмем, почему бы нет. Давайте даже грибы, парочку грибов возьмем, тоже почему и нет. Ну и какую-то, вот мы здесь взяли, так, и вот, по-моему, я увидел, вот этот мы не взяли, розовый тюльпан. Во, все набрал, всего, что хотел, набрал. Так, длинные предлагаю вот эти вот 6 цветочков поставить вот сюда, в длину, то есть с краешку, либо, так, да, пускай тут, наверное, да, вот так вот. Так, а подсолнух у нас, ага, смотрит на солнышко. Так. Вот, отлично, грибы потом пошли, например, как-то вот так. Здесь у нас тут тюльпаны. Так, в принципе, давайте вот с подсолнуха закидаем все. Блин, классный дом у нас получается, ребят, и классное оформление. Так, ага, давайте вот сюда, красный тюльпан. Так, давайте, главное, не ошибиться нам. Так, это я уже ставил, да? Нет, не ставил. Голубой василек, красный тюльпан. Или красный тюльпан уже есть. Блин, ладно, не особо, в принципе, важно, ребята, это. Поэтому прям вот так вот можно смело накидать. Во! Такая вот красота, ребята, у нас получилась. Можно вместо подсолнуха, в принципе, поставить еще один папоротник маленький. Хотя, в принципе, пускай почему бы и нет. Вот такой вот у нас получился зеленый маленький уголок под крышей. Очень даже симпатичный. Так, удаляем все, что нам не нужно. Так, отлично. Ну-ка, со стороны как это выглядит? Да, прикольно выглядит, достаточно классно. Ну-ка, а снутри, как у нас все это будет выглядеть? Давайте посмотрим. Ну, тоже круто. Такой зеленый маленький уголок. Либо вы можете там, например, расположить ваш огород. То есть на ваше усмотрение. Так, теперь давайте закончим с крышей. Первого этажа крышу мы сделали. Затем давайте сделаем второго. Опять же, видите, если делать два этажа на каждом секторе, здесь, например, можно сделать беседку. Такой вот, видите, а, не, даже не беседка, а балкончик, точнее, я ошибся. Сделать балкончик, огородить его здесь, сделать там, ну, очень красивое. Но это, ребята, все зависит от вас. Если вы захотите, чтобы я поделил на сектора, как вы знаете, для этого просто нужно поставить лайк, чтобы я увидел вашу активность, и все у вас будет отлично. Например, давайте, знаете что, почему бы не сделать, например, из стекол нашу крышу. К примеру, пускай это будет белое, либо черное, например, пускай будет белое стекло, например, да. Закидаем просто так вот все стеклом. Тоже круто будет смотреться, почему бы и нет. Вот так. Отлично. И тут то же самое. Крыша вот такая вот простенькая из стекла. Зато у нас будет много света от солнышка попадать, а это отлично, когда много света, это очень даже хорошо. Не люблю темноту в играх, потому что некомфортно играть. Поэтому, видите, как вы поняли, я уже поставил всегда день. Окей. Все. Стенки готовы. Все готово. Вот такая вот у нас получилась постройка. Но это, ребята, еще не все. Сейчас мы сделаем еще лестницы. Уже запись идет полчаса. Я думаю, вам нравится все это время.
Вы уже прожали лайкусик. Так, вот я думаю, как же здесь сделать грамотно двери. Либо я вот думаю посередине сделать их открытыми, к примеру. Сейчас давайте я покажу, как это можно сделать. Так, например, возьмем стеклянную панель, синюю, да, точнее голубую. И вот, например, можно сломать вот так. Так, стоп, что-то я много сломал, наверное. Ну-ка. Вот, то есть сделать такие... Нет, чуть-чуть далеко. Ну-ка. Надо, здесь уже так. Ну, вот что-то типа такого, видите? Как будто вид такой, что двери открыты как будто. И чтобы вот так можно было заходить. Ну, вот, в принципе, пускай, наверное, так и останется. Вот с этой стороны надо сделать. Здесь сделать можно какие-то ступеньки. Давайте вот какие-то пурпуровые ступеньки, например, возьмем, чтобы необычно как-то было. Сделаем их как-то вот так, например. Вот. Вот такой вот у нас будет, например, заход. То есть для этого, чтобы у нас были такие дверки, нам нужно оградиться. Если вы, например, играете на сервере, не забудьте. Иначе вам дом заберутся плохие дядьки. Так. Пускай, например, будет так, окей. Почему бы и нет, заходим. Давайте лишнее уберем сразу. Так, тут, например, что можно делать? Во-первых, я предлагаю закрыть все вот это плитами. То есть, чтобы у нас над головой не висела земля. Можно закидать это все плитами. Давайте, наверное, не белыми, а, к примеру, хотя, почему бы и не кварцевыми, да? Пускай будут кварцевые полублоки. Так вот закидаем просто землю нашу, чтобы она нам не мозолила глаза. Вот, чтобы так все сочеталось более-менее. Отлично, ведь смотрите, какая у нас просто видимость отличная. Все вокруг дома видно, просто класс. Так, давайте, что можно здесь... Я особо не буду вникать в декор интерьер. Точнее, ой, что я говорю, в декор. То есть в интерьер нашего дома. То есть я сделаю чисто украшения, небольшие буквально. К примеру, давайте начнем с камина. На первом этаже у нас будет камин. Простенький такой каминчик. Например, так... из чего он будет стоять? Из незерита. Поставим какой-то каминчик такой простенький. Какие-то плиты, например. Я не знаю. Какие-нибудь вот, например, плиты из каменных кирпичей. Возьмем огниво. И давайте где-нибудь вот, я не знаю, вот тут что ли поставим. Ну, пускай, да, как-то, почему бы и нет. Здесь накидаем, например, как-то вот так. Так, либо даже можно вот так, я не знаю. То есть обыгрывать можете как хотите. Кстати, если сделать посередине нашего дома, раз, два, три, четыре, пять, шесть, то так тут середины нет, да? Ладно. Либо, например, вот это вот можно убрать, а поставить как-то все. Так, блин, как мне это сделать? Ну-ка, давайте вот так вот. Либо как-то вот так вот, например, можно обыграть. То есть на вашу нубская вот, например, вот так вот будет, окей. Так, здесь заделаем голубой шерстью. Чё мы сломали? Так, сейчас я уже начинаю затягивать. Так, давайте быстренько дальше ступеньки. Какие-то возьмем ступеньки, например, я не знаю, давайте песчаниковые вот не брали ни разу. Песчаниковые ступеньки. Здесь, например, сделаем какой-то диванчик. Вот так вот в три блока, чтобы можно было посидеть с друзьями, посмотреть на каминчик. Такой маленький. Так, что еще здесь можно, я даже не знаю. К примеру, поставить проигрыватель. Почему бы и нет, проигрыватель поставить. Давайте поставим проигрыватель вот куда-нибудь в угол. Вот, чтобы у нас так вот... То есть такой вот, видите, легкий декор, то есть ничего такого необычного не будет ставить. И давайте возьмем какую-то картину, например. Поставим вот сюда. Нет, в два блока нам надо поставить. Ну, пускай какая-нибудь вот такая. Такая вот картинка у нас будет. Так. Отлично. В принципе, с первым этажем, я думаю, закончим. Больше ничего здесь дополнять не будем. Такой вот простенький, легенький декорчик. Так, теперь давайте сделаем подъем на второй этаж. Так, стоп, а здесь у нас как-то... А, у нас сгорело. Нифига. Ну-ка, если поставить... Я офигел, блин, аж думаю, я что, не достроил, что ли? Так, а снизу, надеюсь, у нас ничего не сгорит? Нет, нормально. Этого я, кстати, не ожидал, ребят. Извиняюсь.
Так, ну-ка давайте-ка сделаем как-то вот так, как нам не потушить его? О, нифига, баг что ли какой? А, скорее всего это из-за шейдеров. А, ну-ка давайте. Так, тут так тоже. Ну-ка, если вот так, давайте шерсть опять лаймовая. Так. Интересно, сейчас будет гореть, нет? Если вот так вот, например, закрыть здесь плитами. Плитой, по крайней мере, одной. Все-таки мне что-то не нравится. Я вот сейчас смотрю, и мне кажется, вот снизу было круче. Вот так вот. Прикольнее как-то. Так, вроде пока не горит. Надеюсь, что больше гореть не будет. Так, давайте здесь сделаем какую-то лестницу. Точнее, наши ступенечки поставим. Ступенечки у нас будут... пускай будут, опять же, кварцевые, наверное. Да? А, давайте поставим, как их расположить грамотно. Наверное, вот начиная с этого, может быть, блока. Ну-ка. Не, с этого мало будет. Так. Сюда. Сюда. Так, опять получается как-то не так. Тогда я предлагаю, знаете, как подвинуть немножко наши двери. Возьмем... блин, я уже запутался весь. Возьмем, как она называется, стеклянную панель. Голубую стеклянную панель. Так, расположим это все на один блок подальше. То есть сделаем заход вот таким вот образом. Вот так. Возьмем опять же ступеньки, пурпуровые ступенечки. Вот так. Заход здесь. Так, ступеньки у нас получаются вот так. Так. А, нет, все равно, ребят, горит. Блин, это, кстати, странно. Я не знаю, как это исправить, но, короче, тогда давайте уберем камин, что ли, я не знаю. В общем, кто знает, пишите в комментариях. Пока давайте, знаете, как-то сделаем. Раз у нас уже серия затянулась, предлагаю тогда, если вам будет интересно, чтобы я сделал декор, я сделаю это в другой серии. Да, просто я сейчас сделаю лестницу, потому что уже слишком серия затянулась, думаю, вы уже устали ее смотреть, поэтому я вам предлагаю просто, если вы захотите и будет много лайков, я увижу вашу активность, то я сделаю вторую часть, где я сделаю декор и поделю на две части, каждый этаж будет прикольно. Так, давайте. Кстати, а смысл тогда ставить ступеньки, блин? В общем-то, я думаю, я вам показал. Что? Не понял. А почему тут-то нет ничего? Серьезно, даже. Как сгорело-то, ребят? Блин, капец, я накосячил. Не, ну что-то такое. Еще и все цветы пропали. Блин. Ладно, короче, сейчас все это быстро переделаю. Возьмем шерсть, опять же. Вот это, если это все воспалил огонь, это, конечно, жестко. Как так-то? Это я вообще капец сейчас удивлен. Как может огонь подниматься настолько высоко или чего? Даже тут то есть нечем поднимать огонь. То есть шерсть зеленая, она очень низко. Ты как нам отсюда выйти теперь? Блин, и цветы все, которые я делал. Ладно, давайте я уже не буду затягивать ваше время, ребят. Все у нас тут вроде наладилось. С этим камином, конечно. Ай. Ну ладно. Ничего страшного в этом нет, ребята. Вот такой вот у нас получился небольшой домик сегодня. Такой вот необычный. Для меня он очень необычный. Он очень прикольный, красивый, классный. Я даже считаю, что он можно без проблем жить втроем там, в этом домике. Поэтому, если у вас компания из троих, и вы этот домик построили, с вас прям лайкусик и комментарий. Я прям порадуюсь за вас, то, что вы сделали это и будете жить там с друзьями. Опять напоминаю, ребят, в последний раз, что каждый сектор я могу поделить напополам. То есть сделать такие два мини-этажа, сделать декор. Но при условии того, что будут лайки на этой серии. То есть какое-то количество лайков, я увижу вашу активность, и я без проблем, с удовольствием сделаю для вас декор. И все остальное. А так, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, ребятки. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, писать комментарии под каждым выпуском. Всем удачи и всем, ребята, пока-пока.